Рак сердца. Именно так многие врачи называют сердечную недостаточность. Хотя никакого отношения к онкологии она не имеет. Но так же, как и рак, на начальной стадии сердечная недостаточность развивается практически без симптомов. Сердце перекачивает кровь все хуже и хуже. Человеку грозит гибель. Как же вовремя заподозрить развитие сердечной недостаточности? У кого она развивается чаще всего? Проверьте, входите ли вы в группу риска и что нужно делать, чтобы от сердечной недостаточности защититься?